ты. Можно все перевернуть, в кухонной плите уснуть, пообедать вверх ногами, растопить плиту снежками. Можно плыть на топоре и купать слона в ведре. Только разреши узнать, ты в духовке будешь спать? Ты накрыть поможешь маме стол к обеду вверх ногами? Ты решишься на заре в море плыть на топоре? И захочет ли купаться африканский слон в ведре?